Небольшое объявление. Сегодня вместо четвертой серии реальной жизни в Брикриксе выйдет вот этот видосик «Битва построек». Хочу перед всеми вами извиниться, кто ждал сегодня реальную жизнь, четвертую серию, мы просто-напросто не успели ее записать. Но сегодня уже все в процессе, завтра в воскресенье 14 часов по Москве она обязательно выйдет. Ну и раз я так провинился, я поставлю под всеми комментариями сердечки. Так что оставляй свой топовый комментарий, и возможно именно твой коммент завтра попадет в реальную жизнь. Еще 1000 извинений, приятного вам просмотра. Всем привет, ребятки, у нас сегодня новенькая рубрика под названием «Битва построек в Брикриксе» вместе с Мишей Мега Джамбо. Всем привет! Короче, смысл очень прост, у нас, значит, есть 15 минут, чтобы что-то построить. Сегодня мы будем строить гоночный автомобиль, его нужно нам построить за всего 15 минут. Доступны все-все-все детальки, все что угодно можно использовать. Только, Миша, сразу предупреждаю, естественно, гоночный автомобиль, он нужен для чего? Для гоночек. Соответственно, лучше делай быструю машинку, управляемую, а не там навешивай всякие там пушки ненужные, броню, это не надо. Я это знаю, у нас конечно, гоночки. Конечно. Если вы хотите продолжение, давайте под этим роликом наберем 700 лайков, у Миши давайте 70 лайков. Ну и обязательно пишите, дети, в комментариях, что еще нам построить в следующем выпуске. Например, сделайте там, я не знаю, мотоциклы и устройте на них соревнования, гонки, или там квадроциклы, вертолеты, самолеты, корабли на колесе. Короче, ваша фантазия, в принципе, пишите, обязательно прочитаем на досуге. Конечно же, оцениваете только вы качество построек и кто победитель. И, кстати, да, конечно, пишите. Не выключайтесь просто так, напишите в комментариях, чья в итоге постройка вам больше понравилась, и поставьте оценочку по 10-бальной шкале. Например, 10 из 10 у Миши, 9 из 10 у меня. Ну, как-то примерно так. Все, в принципе, поехали. Так, вроде как... Вроде сюда. В настоящем конструкторе Лего намного легче строить. Я любил так, сюда можно построить. Выставлять вроде число, да? Нет? Где, выставлять, да. Там можно все что угодно почти. Ты там, уже значит... концептик знаешь своей машинки? Ну да, похоже. Знаю. Так, а как перемещать предметы? Я забыл что-то. Ну, ты поставил его, а как его... А, если поставил, то уже все никак. Надо изначально. А. Окей. Вот такая ну... вот фигня, да. А как... А, переворачивать... Ну, если что, спрашиваю, я буду помогать. Но я сам все еще не знаю. Методом тыка я всегда все делаю. Мы тачку на прокачку когда делали, снимали, мы там реально методом тыка первый выпуск вообще делали. Во, замечательно. Блин, это мой первый раз, ребят, когда я вообще... Я строю, по сути, тоже впервые, но я в этом редакторе уже много раз баловался. Баловался? Да. Тебе везет, Славик. Так, нужно поставить, чтобы колеса в одну сторону вращались. Мы только что разобрались, как это сделать. Вроде вот так. Да, вот вы видите стрелочки в одну сторону. Так, хотя вот здесь вот можно, в принципе... Хотя они не буду так делать. По-другому. А как вот к этой пимпочке прикрепить колесо, не знаю? Ну, надо его повернуть дыркой прям. Прям дырочкой все? Да, и оно станет. Вот я сейчас это. Оп, и оно зеленым светится, тогда можно. Ну, кстати, не такие давайте колеса, ну типа у нас же. Зеленым должен быть. О, драг вил, смотрите, какое это... красивое. Вот зеленым, да, зеленым. Вот, замечательно. О, нет, слишком большое колесо, ребят. Так. Нет, слишком маленькое колесо. Блин, ребята, я даже колесо. О, колесо идеальное. Ребята, идеальное колесо. Так, взял. Ну давайте тогда стил я сразу. Что, из стали, наверное? Да, я из стали сделаю основу. Ну что, крепкие колеса у нас были, и все. Угу. Хотя, может, я не те уже колеса изначально поставил, вот я думаю, может, сразу вот те вот поставить, которые мне сейчас понравились больше. Так, а что, я не могу, что ли? А, вот все, могу. Можешь, конечно. О, вроде все замечательно идет у нас. Да, у меня план. Тоже пока что, вроде все хорошо. Так, сразу настраиваем градусы поворота колес. Вот. Не настраивай. 45, я думаю, это в самом... Нет, это сильно для драг машинки. Я, кстати, типа драга этого строю, как он называется? Драгстер, вот. Давайте вот так вот сразу туда покрашу, что ли? Не, что-то мне цвет не нравится. Где стены, ты не знаешь? Ну, там детальки такие одинарные. Ну, ты в Лего игрался, NX1X1 называются. Короче, вот первый столбик видишь, третья. Это да. Одинарные стенки, а справа от нее на две это двойные стенки. Давайте вот такое что ли сделаем. Я буду ядерные, наверное, стенки. И нужно их кусочком ставить, наверное. Сразу да? Разукрашу там колеса. А чтоб... как их повыше поднять? Shift нажимай и вниз-вверх. Вниз это вверх, а вверх это вниз. Короче, инверсия.
Разобрался? Да-да-да. Все. Ну, самое такое основное. Капец, у меня уже машина приобретает реально форму прям такую. Да. Так, да-да-да. Вот только цвет сразу меняем. Во, в одном цвете буду строить. Так, давайте тогда сразу вот эти вот еще детали выберем. Ой, ребята, что я сделал? Это не машина, это полный капец. Да научишься, Миша, ничего страшного. Я думаю, ну, у Миши неплохая машина получится, такая прикольная. Ну, без крыши, конечно. Я еще, короче, так что, у меня тоже особо тут крыши прям такой сильной не будет. Я перед записью, конечно, уже придумал, как я именно буду строить. Угу. Так, стоп, а какую я выбирал эту? 2х, 2х? Это оно? Не знаю. Да, вроде оно, да. Так, вот что она как-то... Так, надо что-нибудь сзади напридумывать, понимаешь? Самое основное это сзади. О, вот такое. Во, вот так вот красиво будет, смотрите. Ой, слишком большая, ребята. Какую взять? Шестеру? Блин, шестеро тоже слишком большая. Ну, короче, ребята, крылья я не буду делать, потому что это много времени займет. Хотя и вот я нашел еще красивее. Во-во-во. Вот эти вот давайте поставим штуки. Смотрите. Не, ну здесь шестеро. Во! Вот реально красиво сейчас смотрится. Мне прям нравится. Давай без ракет, окей? Я ракеты не буду ставить. Да-да-да, окей. Уже как-нибудь тогда в следующий раз. Возможно, когда-нибудь. Так, здесь тогда, в принципе, тоже ничего сложного. Вот. Лет через 50, да? Через выпуск 100. Да-да-да-да-да. Так, здесь мы тоже сделаем. Я хочу все обтекающее, красивое сделать. А времени-то нет. Ладно, сделаю, пофиг. Сколько у нас осталось-то? Ща-ща-ща. Минут 9 осталось. Где-то примерно так. Успеем. Вот здесь перед... Надо что-нибудь такое вот очень жесткое. Не, у меня какая-то обычная машина. С разными колесами же, нет? Как хочешь, твое дело. Угу. В принципе, ты художник, ты так видишь. Кстати, да. Я ж не знаю, что ты там строишь. Может, надо с разными, может, с одинаковыми. Так, я вообще не туда зашел. Бывает. Кирпичи деко. Деко это типа что? Дорс, во. А что за странные какие-то двери? Ну да ладно. Ладно, ребят. О, кстати, неплохо получается. Мне нравится прям реально. У меня типа такие будут по бокам, что ли, крылья. Реально класс. Мне нравится. О, я придумал реально топчик. Сейчас, короче, просто офигеете, смотрите. Надеемся. Где вот эти вот детальки? Вот. Вроде вот эта дверь. Ставим вот здесь вот так вот, давайте. Хотя нет, здесь бы тоже обтекающий. Как сделать, но у меня такой получается, на самом деле, такой. Ну, у меня прикольно, что-то такое получается, в принципе, сойдет. Для первого раза, думаю. Так, мне нужно что-нибудь сюда тоже, наверное, обтекающее. Давайте сразу. Надеюсь, у нас годное получится что-нибудь. Надеюсь, я тоже. Давайте вот эти, да, детали поставим. Во, типа обтекающие. Вот сюда тогда мы поставим. Большая. Это четверка, да? Да, это четверка. Где больше 4х, которые? Я не знаю. Я не знаю, про что ты, правда. А, все, я нашел, боже, ребята. Так. Мне срочно нужны вот эти детали. У нас времени минут 6-7 минут где-то. Ну, немножко еще опоздаем на пару минут, на минуту. Наверное. Так, надо реально быстрее делать. У меня вроде уже многое готово. Я просто не знаю, где половина деталей находится. Все, пофиг, буду... А, вот, нашел, они здесь все это время были. Брикс, где кубы, быстро, я забыл. Олбрикс? Нет, не оно. Ребята, не оно. Фу, вот. Ребята, это потом, вот. Надо нам доделать вот эту конструкцию. Как нифиг нафиг, надо доделать эту конструкцию. Хотя будет, вот, ребята, вот так, наверное, поздно. Красивее будет. Это уже очень поздно, ребята. Ну, я очень много вообще в Лего в настоящем строил всякого вот такого вот подобного. Ну, прям знаю, реально до хрена. Да? Очень я много достроил. У меня опыт, можно сказать, большой в этих делах. Тебе повезло. Вот, да, смотрите. А, и зря эти детальки, наверное, Давайте вот так сейчас просто сделаем. Если что, Ctrl-Z возвращать назад. Я просто весь выработает, понимаешь? Просто обдумываю почти каждую деталь.
А дальше нельзя что ли вернуть? Все, уже дальше нельзя вернуть. А вон туда все очень просто. Вот здесь вот просто берем их, вот так вот, эти детальки. Ну давай, становись. Не, мне реально плохо. В смысле не становится? А, я не то что-то делаю. Во. Не, подождите, это какая-то выше, это пониже, что-то не те, по-моему, выбрал. Это не шучу. Вот это нам нужно. Мне реально какая-то машина, не знаю. Хреновая же. Ну не хреновая, мне осталось доделать чисто перед. И все. Только я хочу изгибающий перед, я не знаю, как это делать. Ну, короче, у нас 4-5 минут. Ну, 5 минут, короче, давайте в запасе и все. Блин, слишком маленькие рампы. Слишком мало времени. Я в деталях до сих пор путаюсь, вот. Бывает, я тоже путаюсь вообще, я не знаю, что ставить. 4х нам подойдет, ребят, тут не надо больше. Видимо, да, ребят, нам нужно здесь шестеро снова ставить. Вот она. В принципе, как и стенка задняя. Подходит же, да, подходит, ребят, все замечательно. Только я не знаю, как изгибающее сделать. А, боже, это очень сложно. Во, прикольно сделал. Для надеюсь, это все еще ребят. И поедет. Надеюсь. Так, вроде. Ага, тут еще не так уж что все и просто. Ну, типа, тут еще, короче, и повороты надо сделать, чтобы. Где здесь window? Вот, я нашел window. Шестеро, где шесть? Вот она, шестеро, ребята. Я нашел шестерку. Да нет. О, да ладно, ребят. Оно встало. У меня что-то колеса не хотят в нормальную сторону поворачиваться. Ну может так и надо? В разные типа стороны. Возможно. Ладно, еще потом проверю. О, у меня вообще машина какая-то странная получилась, я вообще не шарю. Так, 4х. Так, быстрее надо уже. Сколько у нас там осталось? Минуты 3 от силы. Двоечка, ребят, нужна двоечка. Где двоечка? Во, фирменная двоечка. Двоечка. Нет, сильно большая деталь. Во, вот это подойдет. Слишком большие? Не, слишком большая снова. Во. Нам нужно, ребят, оформлять фирменные двоечки вообще-то. По факту было бы хорошо. Все, быстрее, давай. Сейчас. Эти детали я уже забыл. Только что ж их, блин, ставил. Почему не встает, боже, ребят? Серьезно, я забыл, где они находятся? А, они вот здесь находятся. А, поставил, замечательно. Так, ребят, это реально очень плотно. Не знаю, как вы смотрите, но, блин, это реально очень плотно. Я, вот вообще, вот когда дело доходит до всяких там построек, битв, там, и так далее, то вообще... Ну, это, ребят, какой-то уже, не знаю, это не машина, это какой-то танк уже. Че, танк? Ну, почти. Не, ну, выглядит как танк, но это машина. Бывает. Это какой-то троллейбус получился. Только, короче, знаешь, у меня сидушка, короче, очень далеко от стекла, и, короче, прямо около сидушки двигатель прям виднеется, вообще жесть. Бывает. Машины такие угарные, как будто реально заходи, типа, это твой дом. Так, вот у меня машина готова. Серьезно? Хотя, а можно же вроде еще этот, пукалку сзади. Да? А, нет, это турбины, боже, что я это... Что я это? Блин, у нас времени уже почти нет. Да, я знаю, боже. Я еще не ту, блин, деталь поставил, я молодец. Как это называется, когда сзади стоит? Спойлер. Стоят... Не спойлер, а эти, труба, как называется? Ой, этот, турбина. Он тут есть вообще? Я не знаю. Вот это нам что ли? Да, вот это нам деталька нужна. Боже, я больше ничего не знаю. Так, и сидушку ставим. Я не знаю, что Славик построил. Где сидушка? Срочно сидушка. Вообще не знаю, что Славик построил, и он не знает, что я построил. Но это реально ржака получилось, ребят. Так, и последнее, да, я сейчас, пожалуйста, заменю. Короче, выбираем всю окраску, делаем ее из пластика. Короче, дополнительное время до минуту. И все. Я, в принципе, уже закончил. Просто я понял, сделал сразу ее всю из металла. А надо днище только сделать из металла. Я забыл, короче, переключить.
Вот это все мы ставим стил. Здесь тоже. Стил? А как поменять? А стил, да? Ну справа там вот материал. Стил. Ну короче, днище там вот эти вот все. А как отменить? Как отменить, слышь? Escape, наверное. Не знаю. Я просто стекло закрасил случай. А, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Если ты про это, то Ctrl-Z. А, да-да-да. Все замечательно. Все, машина, в принципе, у меня готова. Ну, такая, на скорую руку. Ну, да, по времени мы уложились. Теперь, сейчас, да, ее сохраню. Я только что проверил машину. Последнее, короче, что нужно сделать. Там небольшие есть косячки. Короче, у меня колеса назад крутятся. А надо наоборот, чтобы они, типа, вперед же крутились. Ну, да, да. Вон, надо поменять вот здесь вот. Вот, походу, вот так вот как-то сделать. А здесь... В какую сторону они крутятся? Надо, чтобы они все в одну сторону крутились. То есть вот сюда стрелочки назад. Вот здесь стрелочка назад, а здесь стрелочка, кстати, тоже назад. Окей, и последнее я не проверил. Сейчас проверить хочу. Так. Проверяй. Сейчас проверю. Колеса. А, да, все нормально. Только она у меня, понял, едет не на S, а на W почему-то вперед. На S-ку едет. В чем весь прикол? Может, снова что-то я не так сделал. Сейчас. Последние, короче, доработочки. Да, последние. Мы впервые просто строим дополнительное время, думаю, нормально. И все будет. Так, стрелки у нас назад. Во, нам нужно... А я забыл вперед. Изгиб делать, боже. Вот, давайте их вперед поставим. Может, это поможет. Вот здесь наоборот надо вперед, да, я так понимаю. Да, вот. А вот здесь вот назад, наоборот. Все вернуть. Как деталью двигать? Деталью двигать? Ну просто мышкой. О, теперь все нормально. Ну все, Миша, в принципе, я готов. У меня готова машина. Реально прикольная машинка. Мне, в принципе, нравится. Вот такая вот у меня конфетка получилась. Я ее назвал Драгстер. А у тебя там что, как ты назвал? Не знаю, моя машина. Моя машина? Ну, короче, мы придумали, типа, ты издеваешься, серьезно? Ну, я хотел, типа, смотри, чтобы я, типа, пошел твою смотреть, а ты мою. Давай, поставь ее туда за угол, она тебя разлетается. Жесть, что это такое? Это гоночная машина, серьезно? Подожди, да. Ну куда ты поехал? А чё, да, у тебя все колеса крутятся? Это жесть просто. Ну что, машина прикольная? А чё у тебя детали отваливаются? Крутится, я не знаю. Ну давай теперь гоночки устроим. Ты мою видел? Мою видел? Сейчас посмотрю. Неплохо, неплохо, так неплохо. Похоже хотя бы на Драгстер? Да, очень похоже. В принципе, можно было крышу и не делать, но я думаю, нормально. Ну заспамься, зачем ты в нем врезаешься? Ну у тебя Драгстер, у меня... Чем есть прикол, у меня прочная машина. А у меня она еще задом наперед спамнится, прикольно. Готов? Мне оказывается, задница это... Ну давай, кружочек, точнее, не кружочек, а... Ну ты понял, одну гоночку. Или давай две. Раз, да два... Да подожди. Три. Давай. Раз, два, три. Короче, да максималочка, да все, поехали. Пофиг. Давай, максималочка какая у тебя будет? Не знаю, у меня машина вылетела вообще. Так. У меня назад... У меня 300 с чем-то уже. Тихо. Так, и максималочка у меня 500 сейчас будет. Ой, у меня машина... 520 с чем-то километров в час у меня. Капец. Я еще, кстати, живой после такой скорости остался. 520 с чем-то километров в час. Ну, думаю, машина нереально угодна. Нереально поворачивать. А ну, давайте за Мишей посмотрим, что там у него. Зачем ты мне посоветовал 0.1 на движок поставить? Ну это как бы надо, у меня 0.2 стоит. И нормально. Может это из-за этого? Было бы побольше минут у меня, побольше времени, я бы еще двигатель красивый такой сделал. Машину бы более обтекающую сделал, а не какую-то сзади с коробкой. Ну и что-нибудь получше бы, короче, сделал. На машине поставить стандартную единичку, может... Не поможет, у тебя колеса, ты видел, во все стороны поворачиваются. Она, кстати, очень прочная. Давай говорю. Чё ты развалился? О! Ты, кстати, еще и живой остался каким-то образом. Да. Не, ну конечно вообще жесть. Вообще просто капец. Давай, короче, просто до сотки разгоняемся, давай. Я уже за сотку еду. Неплохо. Все, я теперь живу под коробкой, смотри.
Я, кстати, на колеса стал и поехал дальше. Жесть. Ну ладно, жесть. Давай заканчивать. Вот такие вот на сегодня построечки получились. А, я понял, смотри. Пишите в комментариях, у кого лучше, смотри. У кого красивее, у кого мощнее. Да у тебя мощнее. Да, но все равно у тебя, Миша, тоже достаточно прикольная машина. Если вы хотите продолжение, давайте 700 лайков и обязательно будет продолжение. Плюс пишите обязательно в комментариях идейки для этой рубрики, там, что нам построить, на чем посоревноваться в следующих выпусках. Самые интересные мы отберем и, естественно, запишем. Ребят, если вы хотите еще гоночки, чтобы я покатал на его машине, а он на моей, то я ставьте понял. Лайки, да. Ну, точнее, на твоей, короче, типа поменялись. Кстати, тоже да. Прикольная идея. И, кстати, можно будет потом, знаешь, какую рубрику мне только что в голову пришла? Давай. Типа строишь машину, только не для себя, а для друга, а друг для тебя. И мы будем друг другу пакосить всякие там фигни какие-то строить непонятные, драндулеты, ведра, чтобы друг друга обогнать. Ну, короче, жестяк, я думаю, будет. Ну, можно будет попробовать как-нибудь. Ладно, все, давайте с вас лайки, подписки, комментарии, на все ссылочки в описании. Всем пока-пока. Пока-пока, ребят.